26 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял верительную грамоту новоназначенного чрезвычайного полномочного посла Южноафриканской республики в Азербайджане Пуле Исаака Малифани. Пуле Исаак Малифани вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом. Подчеркнув хороший уровень политических связей между Азербайджанской республикой и Южноафриканской республикой, глава государства отметил необходимость расширения сотрудничества наших стран в экономической и торговой сферах. Отметив, что уже несколько лет в Южноафриканской республике действует посольство Азербайджана, президент Ильхам Алиев подчеркнул роль посольств с точки зрения определения сфер сотрудничества между нашими странами и создания возможностей для представителей бизнеса. Посол Пуле Исаак Малифани отметил, что приложит все усилия в деле укрепления связей, существующих между нашими странами.